Сергей Валерьевич Железов, 31 год. Значит, ну, само собой, по морозостойкости, по качеству плодов лучший сад в России, который я фактически ему передал. Диплом, как он называется, агронома, среднее специальное образование. Вот, и новая профессия. Так, лучшая по качеству саженцы в России. Представляете, какая могла быть польза? Ну вот теперь будет миллион первый магазинчик, и он теперь будет этим заниматься. Почему? Потому что, а зачем он нужен? Смотрите. Вы знаете, я выбрал эту фотографию как самую безобидную. Вот. А знаете почему? Вот. Потому что за ней идут другие крупный план, где большинство присутствующих притворяются, что слушают, но на самом деле спят. А некоторые спят в открытом ртом, удобно устроившись и положив голову соседу на плечо. В общем, вот это то, что есть, а вот это будущее науки. Ребята, у нас, знаете, чего не хватает? У нас единственная страна в Китае, там ищут гениев. Вот. У нас их никто не ищет. Состоявшийся человек, 31 год, он уже все. Вот, он пытался поступить. Елена Александровича, вы, наверное, меня слышите, он пытался поступить, в курсе, поступить в университет с дипломом. И ему сказали за первый курс платите. Представляете? А он должен был тогда, получается, сколько-то лет 36 закончить. И куда? А как принято говорить, валам хвосты крутить? Страна теряет такие кадры. А сейчас посмотрим, еще не все.